пятницу в Славутиче в спорткомплексе «Олимпиец» стартовал открытый чемпионат КДВ США среди юниоров по футзалу 2007-2008 годов рождения, посвященный заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру Украины Юрию Войнову. В турнире принимают участие 12 команд из Киева, Славутича, Житомира, Броваров, Городни, Гончаровска, Сновска и Переяслава. Удачно начали турнир воспитанники Славутического КДВ США, тренер Бойко. Они выиграли первые два матча с общим счетом, по-моему, 7-0. Задача перед нашими футболистами поставлена очень серьезная – войти в тройку призеров, а соперники сильные, особенно команды из Переяслава и футбольный клуб из Броваров. Кто станет победителем, футболисты выяснят в воскресенье, а об итогах турнира мы расскажем на следующей неделе.